Я на 275-м хайвее на запад. Вчера я решил все-таки проехать еще немножко, ну и проехал. Остановился на трекстопе, переночевал, ну и выехал. Сейчас время 5 часов, начало 6. Это Калифорния. Тут 7 часов, уже рассвело. Впереди 803 мили. По этой дороге мы будем ехать долго-долго. Подниматься будем до 90-го фривея. Ну, рассчитываю сегодня до него доехать. И остановлюсь на ночевку. Вчера я доехал до тракстопа, у меня осталось 14 минут всего. Продолжаем движение. Какое будет 16 сентября? Ну, посмотрим. Надеюсь, будет все нормально. Уже солнышко показалось. Глядя на карту, мы едем строго на север. Разрешенная скорость на US 275. 70 миль в час. Понедельник. Народ начинает двигаться за долларом. Какой-то населенный пункт. Тут 600 жителей живет. Ограничение скорости 35 сразу. Скорости 40. Да. Ну, тоже населенный пункт. Там вообще что-то он едет, какая-то хрень, еле сунется. Беда, ну вот это вот. И такое будет очень и очень долго. Вот как вот это можно вот так ездить, вот это вот едет впереди. Скорость 65 разрешена, нет, едет 40. Еще один населенный пункт. Они маленькие. Людей нет. Вообще никого не увидишь. Скорость 40. Побыстрее.
чистить, потому что не содим. Едем. Ехать нам долго. 738 миль впереди. Населенный пункт Норфолк. Светофоры. Скорость 50. четыре тысячи 210 жителей. Довольно-таки крупный населенный пункт. Разбитая, а как-то неправильно сделанная. Трясет. В общем, вот такой вот тут колхоз. Церковь. Лютеранская церковь. Домишки тут брошенные. В общем, ничего интересного. Дома на продажу. Фолк. Подканчивается город. Даже скорость 40 дали. Уже продают тыквы. Скоро Хэллоуин. Highway или US. Прямо.
движение сделали. Населенный пункт Тилден. 1078 жителей тут. Ох, какой собачуга стоял. Дог. Это редкая собака, что-то тут в Соединенных Штатах не... мало распространена. Кому нужны машины? Все тут есть. Поехали. Закончился город. Ну, он даже и не город таким количеством жителей. Это так, какая-то деревня. Окдейл, следующий населенный пункт. Через 7 миль. Населенный пункт О'Нил. Вообще 25, ребята. Ну, такое подобное. Так и везде. Ой, боже мой, что это за сооружение. Склад какой-то. Ну и светофоры, конечно. Pinnacle Bank. Ждем, пока позеленеет. Позеленело. Поехали. Банк. Деньги все вот тут слева. Банк. Поехали, пока 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Проехали. Весь город. Хайвее, он так незаметно из 275-го превратился в 20-й. Кому нужны машины, все тут. Ну, едем теперь. US-20-я. Потом она еще в какую-то превратится, потом еще. Ну, в общем, и так и мы и доберемся до 90-го фривея. Зеленый пункт Стюарт. Welcome to Стюарт. Воду качай. Новая дорога, как в начале.
через 70 миль там поворачивать, не знаю, куда. Ну, куда-то там, Мейн-стрит. Вот такое вот. Справа, такой же слева. Как вот это можно на такой дороге убиться? Не знаю. Залито водой, видно, дождь сильный был. Едем. Впереди дорожные работы. Написано было, одна линия, приготовиться, остановиться. Флагер, наверное, будет. Ну, тоже надо. One lane, road ahead. Точно, так и есть. Be prepared to stop. Флагер. Будем ждать. Вот этот населенный пункт называется Валентин. Ну да. Но я трошки сейчас передохну. Называется Валентин. Ну, вот тут вот мы сейчас полчасика перестоим. Turn left, then turn right. Вот тут мы сейчас и перестоим полчасика. О, Валентин. Сколько тут живет? 2820 человек. Дизель по 2,65. Вот это вот, конечно, цена хорошая. Так, ну все, давай. Да. Давай встанем полчасика. Постоим. Ух ты, вот это ревет, блин.